Здравствуйте! В этом году продолжает действовать программа по выдаче сертификата на получение материнского капитала. Она действует уже 10 лет, и за это время сумма государственной поддержки выросла почти в два раза. Какой размер выплаты, как можно использовать деньги? Эти и другие вопросы зададим начальнику Пенсионного фонда города Татьяне Черендиной. Татьяна Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Уже известно, сколько будет действовать программа? Да, программа по государственной поддержке семей, имеющих детей в виде материнского семейного капитала, будет действовать до 31 декабря 2018 года. В прошлом году индексация материнского капитала не проводилась, а в этом? В этом году тоже индексация не проводится материнского семейного капитала, и размер остался на уровне прошлого года, это 453 026 рублей. Какие изменения в этом году вступили в силу? В этом году вступили в силу изменения, которые были внесены в ряд нормативных законодательных актов в прошлом году, касающиеся получения государственного сертификата в виде электронного документа. То есть это мы говорим о том, что теперь материнский семейный сертификат на материнский семейный капитал можно получить в виде электронного документа. Не в виде бумажного, как это было, а в виде электронного. И хочу отметить сразу, что право граждан получить в виде бумажного документа, оно по-прежнему остается. Направления те же, куда можно использовать материнские деньги? Да, направления у нас основные – это 4 направления. Это на улучшение жилищных условий, на получение образования детей, на направление на накопительную часть пенсии мамы. И 4 направление – это на компенсацию расходов, связанных с приобретением товаров и услуг, на реабилитацию и социальную интеграцию в общество детей-инвалидов. Накопительную часть пенсии кто-нибудь откладывает? Да, у нас за все действие программы с 1 января 2007 года таких 44 семьи, которые отложили именно накопительную часть пенсии мамы. Самое популярное, наверное, направление на улучшение жилищных условий. Да, на улучшение жилищных условий у нас направили более 12 тысяч семей. Но если взять, например, общее число заявлений о распоряжении, то есть количество семей, которые распорядилась средствами материнского семейного капитала, их более 15 тысяч, я бы сказала, то из них 12 800 – это то количество семей, которые направили средства материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий. Еще одно популярное направление – это на обучение детей. Давайте расшифруем, на что именно? Ну, это на получение детьми услуг в образовательных как высших учреждений, так средних учреждений, так и детский сад. Например, когда услуги приходится оплачивать. Можно направить и на эти вещи. Таких семей у нас за все действие программы около 3000, которые направили именно на получение образования детей. На оплату общежития, несмотря на то, что это ребенок старший, учится в вузах, также можно использовать? Можно использовать средства. Единовременная выплата 2 года подряд осуществлялась. Это 20 тысяч, в 2016 году это было 25 тысяч. Все, об этом уже можно забыть? Говорить пока еще об этом рано. Изменений пока никаких в законодательстве нету. Действительно, в 2015 году у нас действовала такая программа. В связи со сложной экономической ситуацией было принято решение о такой вот форме поддержки семьям. И в 2016 году, с 23 июня по 30 ноября в 2016 году, семьи могли реализовать это право. У нас порядка 13 тысяч получили данную выплату. Но сегодня такой возможности пока нет? Пока нету. Сколько всего получили материнские деньги от семей в Хабаровске? Около 33 тысяч, опять же, за весь срок действия этой программы, около 33 тысяч семей получили материнский государственный сертификат. Реализовали право на распоряжение, как я и сказала, 15,5. Напомните нашим зрителям, куда нужно обратиться для получения права? Для получения государственного материнского сертификата можно обратиться либо непосредственно в Пенсионный фонд по месту регистрации, либо в клиентские службы нашего управления, либо в многофункциональный центр, которых несколько у нас по городу, либо можно подать заявление о выдаче сертификата электронно через единый портал государственных услуг, либо личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Бывают ли случаи отказа в выдаче сертификата? И если да, то по каким причинам? Да, случаи отказа у нас бывают. Связано это с тем, что сертификат был получен ранее,
но, возможно, семья об этом забыла. Либо мама лишена родительских прав, или была мамой, а совершено преступление против личности ребенка. Но такие случаи у нас редкие. Чаще всего отказ может быть в результате того, что, скажем, фамилия мамы в паспорте не соответствует фамилии одного из ребенка в свидетельстве о рождении. И тогда, да, возможен отказ. Здесь необходимо устранить это расхождение, либо предоставить документы, подтверждающие, что была смена фамилии у ребенка, либо привести документы в порядок и повторно обратиться с заявлением о получении сертификата. Получение материнского капитала на усыновленных детей также распространяется? Да, семьи, которые усыновили детей второго, третьего или последующих ребенков, либо мужчина, являющийся единственным усыновителем второго, третьего либо последующего ребенка, также имеют право на получение материнского государственного сертификата. И у нас есть такие случаи? Да, конечно. Как вы считаете, Татьяна Владимировна, реализация этой программы на самом деле увеличила рождаемость? Судить о том, какова рождаемость в городе, я не могу, я не владею этими данными. Но могу, скажем, привести ту динамику получения сертификатов, которая у нас есть. Если мы возьмем самое начало действия программы, это 2007 год, то сертификатов было выдано, ну, немногим больше 1130 сертификатов. Если мы возьмем 2011 год, то таких сертификатов было выдано в 3 раза больше, 3360. Если мы возьмем 2016 год, то сертификатов было выдано еще больше, это уже более 4,5 тысяч. Татьяна Владимировна, большое спасибо за информацию. До свидания. Спасибо, до свидания.